Привет всем! Мы сегодня покажем, как по сути все можно потушить свежую капусту с мясом. Включаем плиту на 4. Один раз нажимаем на правую кнопку, выставляем программу мяса. Аудиотерм убираем, выключаем, крышку убираем в сторону, выкладываем мясо. Это швайнебаух. И обжариваем. Перемешиваем мясо. Мясо можно брать любое. Можно с ребрышками тушить капусту, можно с курочкой, все, что любит. Мы добавляем лук. Количество — это ваш вкус и желание. Морковь. Хорошо перемешиваем. Помидоры. Две помидорки мы взяли. Немножко томатной пасты. Посолим. Специи добавим, какие вы любите, какие вам нравятся. У нас очень классные специи CAMC. Хорошо все перемешиваем. И сейчас будем добавлять капусту. Капусту мы пошинковали, и между капустой можно немножко ее присолить, чтобы она дала сок, и чтобы она была мягче, больше вошло. Закрываем турбокрышкой. Плиту переключаем на А. На аудиотерме два раза нажимаем на правую кнопку, левой выставляем 3 минуты. 3 минуты, программа турбо. Будем тушить капусту с мясом. Сигнал. Выключаем плиту на 0. Аудиотерм убираем. Выключаем. И убираем в перевернутую крышку. Ждем, когда крышка откроется, и будем добавлять зелень и кушать капусту. Открываем крышку. Капуста готова. Добавляем свежую зелень, укроп и петрушку. И хорошо перемешиваем. Удобно перемешать нашей ложкой. Вот такая нежная, ароматная капуста с мясом сегодня у нас получилась.